вы смотрите отзыв об отеле Amarit. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Amigo Ivan, который был в нем в 2013 году. С любовью на Шри-Ланку. Мы с женой в этот отель попали случайно. Поздно начали планировать свадебное путешествие и обнаружили, что с отелями на Шри-Ланке в январе беда. Мест в известные отели нет, а если есть, то на номер лучше не смотреть. А очень хотелось провести медовый месяц именно там. Случайно в разговоре с другом посетовал на ситуацию, и он мне дал сайт этого отеля. К нашей радости примерно в нужное нам время освобождался сьют, и мы на радостях сразу забронировали. Потом уже начались сомнения и беспокойство. Отель-то новый, неизвестный. Но выбора не было, поехали и не пожалели ни на секунду. Во-первых, номер огромный, плюс еще два очень больших балкона. Во-вторых, шикарная ванная комната с биде и душевой кабиной с дистанционным управлением. При этом все содержится в идеальной чистоте. А вечером реально в номере как в зале старинного замка сидишь. Отличная стилизация. Кормили нас очень хорошо, мы изначально только завтраки купили, а потом ужинали и иногда обедали в ресторане отеля. Там превосходный повар, можно типа дежурного ужина заказать по фиксированной цене, а можно по меню. Мы ели по меню, потому что в дежурных блюдах нет шашлыка. А очень хотелось, вообще отель скорее европейский, чем ланкийский по интерьеру, и по скорости обслуживания. А тишина какая. Хотя до центра города всего 5 минут пешком. Контингент то, что надо. В основном молодежные пары. При нас была одна пара в возрасте из Германии, но они любой молодежи фору дадут, и отношения между ними удивительные, видно, что у людей любовь. В общем, мы уже больше месяца в Москве, а в мыслях еще там живем, в нашей романтике. Так что поняли, что не надо бояться новых отелей, если сайт внушает доверие, можно ехать. Я не понял, можно ли тут писать адрес сайта, но напишу, кто хочет побыть наедине с любимой, тому туда. www.amarit.com. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.